Привет, друзья! Делюсь своими домашними экспериментами, как это принято уже стало. Давно меня интересовала антенна Magnetic Loop. Ну, интересовал в каком смысле, так сказать. Чисто использовать я ее вряд ли буду, потому что не вписывается она в домашние условия. Ну, так, покрутить, посмотреть. Ну, вот сегодня собрался, наконец, решил. Дай-ка попробуем. Итак, вот этот вот красный провод... Ну, достаточно толстый такой, не знаю, 4 миллиметра, наверное, в сечении. Ну, 4, наверное, нет, 3, 3,5. Вот она идет, соединяется из двух кусков. Пошло. Ну, где-то диаметр, ну, сантиметров 60, это 70, может быть. Это если из него круг сделать. Вот такая вот схема. Ну, не классическая, без петли связи. Просто одна петля и связь через... автотрансформатор. Ну вот на экране я покажу эту схемку, очень простая, собственно говоря. Тут вот, собственно, автотрансформатор сам, два витка снизу и 16 сверху. Но это как у автора было, я так и сделал. Какой феррит, не знаю, вряд ли он подходит. И конденсатор переменный. Вот, собственно говоря, что получилось. Ну, как только я подключил свой мини-60, сразу же нашелся резонанс. Вот он, 14.050 я поставил, 1.36, 51 Ом, прям супер, да? И картинка тоже красивая, смотрите, все ровненько. Но это то же самое, на той же частоте, просто в графическом виде. Ну, замечательно, по-моему, да? Вот, если подсоединяю вместо анализатора KCX, вот он у меня тут рядышком под боком, то, собственно говоря, все прям как по-взрослому, понимаете? Шумочек возрастает, вот при именно этом же положении конденсатора возрастает шум. Если в режиме передачи, то, соответственно, опять-таки в этом положении конденсатора индикатор поля вот у меня такой маленький, он тоже дает максимум. В общем-то, все как бы, все хорошо, только вот проблема в том, что очень маленькие показания индикатора поля, прям совсем несерьезно. Вот. Ну и, естественно, так сказать, попробовал прокрутить пару сеансов СПР. Ну, тишина в ответ, ну, потому что, ну, вообще ничего излучения нет никакого. Не знаю я, в чем дело. Если кто спецы, может, подскажите. Единственное, меня что настораживает, это вот меня настораживает вот эта вот полоса очень широкая достаточно. То смотрите, сколько здесь получается. Если по уровню двойки смотреть, от 13,8 до 14,3. То есть это весь диапазон двадцаточный. Но так не должно быть. Должен быть очень узкий резонанс, а у меня он почему-то вот широкий. Может быть, из-за того, что низкая добротность, потому она и плохо работает. Вот пока такие мысли, я даже не знаю, что сделать с ней дальше. Если кто чего может сказать по делу, то скажите. Нет, делать петлю связи не предлагайте, это я понимаю, но, в общем, не буду сейчас делать этого. Вот, вот такие дела на настоящий момент. Работает, но работает очень плохо. Попробуй что-нибудь еще повозиться. Хотя не знаю, что делать, что с ней сделать. Какой-нибудь из более толстого провода петельку попробовать сделать. Может, от этого зависит. Не знаю, короче, ладно. Вот так вот на сегодняшний день, понедельник, 13 число. Может, поэтому она не работает, что понедельник до 13, а? Не знаю. Все, на этом у меня все.